вообще я, конечно, собираюсь еще надеть чулочки. Посмотрите, что произошло. О чулках, колготках, ваших фетишах, ну и немножко о моих. Бонатери, хозери. Чулочки, подписочек. Всем привет! Приветствую вас на своем YouTube-канале. Я Эвелина, а мой канал о чулках, колготках, ваших фетишах, ну и немножко о моих. Посмотрите. Посмотрите, что произошло. Вы видите, что с моей ногой? Я залила себя кипятком. Ну, поэтому я надела красную кожаную юбку под свою красную кожу. И все будет отлично. Ну, вообще, я, конечно, собираюсь еще надеть чулочки. А чулочки у меня сегодня вот какие. Называется Кокет Бонатери Хозери. Короче, что-то очень классненькое. Что-то очень красненькое, которое пришло ко мне из Соединенных Штатов. Ну что ж, будем надевать. Люблю я их. Они такие достаточно плотные. Что тут у нас пишут? Пишут. 90 нейлона, 5 эластана, 5 полиэстера. Вот. Шелек, Кубан Хилл, Бэксим Детейл. Короче, красивенько. Шовчик. Нарисованный шовчик. Это не делает их менее красивыми. Люблю одеваться в бежево-красном тоне. Мне кажется, это смотрится очень даже элегантно. Lady in red. Из Джанса, из Мили, как там в песне поется? Помните такую песню? Чулочки под поясочек. Танц. Танц. Сзади. Что-то делает. Так. Ну и наденем какие-нибудь бежевые туфельки. Решила я вот такие вот сегодня надеть. Старинные туфельки заровские. Вот, смотрятся, конечно, они очень элегантно, хоть они и видали виды за свою жизнь. Но, я думаю, все будет красиво. Такой вот носик. Мне очень нравится, что видно вот этот вот наш красненький носочек. Очень привлекательно. Вот. Ну что ж, смотрите, как я сегодня смотрюсь. Видите? Смотрите, как это все смотрится. И так присесть. Ну что, всем пока. Увидимся скоро снова.